Բարև ձեզ, մենք Մեդիա կենտրոնի սրահում ենք եւ շարունակում ենք մեր հետ ընտրական հանդիպումների շարքը։ Այսօր մեր հյուրն է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Իսկանդարյան, շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Իսկանդարյան, ընտրությունները ավարտվեցին եւ կարծես վերջնական արդյունքների վերջնահաշվարկը անակնկալ չի մատուցի մեզ, սակայն ընտրությունների ընթացքը փոքրինչ շեղվեց նախանշված սցենարից, թե ոչ, ինչպես է ձեր կարծիքը։ Ինչպես միշտ, ես ներողություն կխնդրեմ ու կանցնեմ մայրենի լեզվին, ну, в общем, если оценивать выборы с той точки зрения, с которой их оценивали аналитики, ну, например, я бы не сказал, что произошли серьезные изменения по отношению к тому, что я ожидал. Я ожидал победу в первом туре, я ожидал примерно такой процент у кандидата-фаворита, то есть у Сержа Саркисяна, я говорил, порядка 60. Я несколько недооценивал процент, который набрал господин Ованесян. Я прикидывал, ну, порядка 30%, он набрал больше. А в общем, мне кажется, по-серьезному неожиданности не произошло. Победы какого-либо... Ну, все остальные кандидаты, да, я извиняюсь, не очень интересны. Они набрали голоса, ну, в рамках социологической погрешности, на самом деле. Соответственно, стоит речь вести о двух кандидатах. Карта очень любопытна. Карта выборов, да, я вот всю прошлую ночь сидел и смотрел на то, каким образом и как проголосовали разные районы и города. Картина складывается действительно безумно интересной. Но, предположим, все некий, да, Капан выделяется. Капан проголосовал за Рафи, что уже, мне кажется, можно объяснить, но, тем не менее, вот карта складывается интересно. Вообще, предвыборная кампания была достаточно интересной. А то, что произошло с республиканской партией, с кандидатом Сержем Саркисяном, в общем, повторюсь, предсказывалось. То, что произошло с Рафи, на прошлых выборах в 2008 году 21,5% взял Терпетрусян и порядка 18% взял Багдасарян. Как, конечно же, вы помните, Багдасарян тогда выступал с ярой оппозиционной программой, да, он потом перешел на сторону правящей партии, скажем так. Это почти 40%. Вот это те самые 40%. Это протестный электорат. Кандидата, который взял эти 40%, звать на самом деле не Рафи Ованесян, его звать Антисерж или Антисарксян. Господин Ованесян взял свой электорат, это она существенная часть городского среднего класса и студенчества, но он взял и чужой электорат тоже, в силу того, что других оппозиционеров по-серьезному не было, он взял обездоленный класс, то есть безработных людей с низким уровнем жизни, опять же, в основном городских, хотя там есть варианты. Почему это произошло? Ну, во-первых, потому что не было кандидатов за пределами этих двух по-серьезному, а во-вторых, потому что работали хорошо. Компания была достаточно агрессивной, в хорошем смысле, достаточно активной, достаточно хорошо сделанной. Ну, вот я бы сказал так, по учебникам, да, такого рода компании, они не первый раз в истории вообще постсоветских стран и в истории Армении в частности, они хорошо работают. Прийти к власти, конечно, так нельзя, то есть работая по западным лекалам в незападной стране, приходить к власти никогда практически не получается. Но набрать существенное количество голосов и претендовать на место символа оппозиции получается. Была обеспечена неплохая явка. Вот в этом опять тоже, да, я опасался, я говорил от 50 до 60, если я не ошибаюсь, то есть я опасался, что явка будет меньше. Этот феномен мне пока непонятен, мы занимались
девушек. Мы, наш институт, я имею в виду, я лично тоже, но и работники нашего института в разных районах Армении были, была наблюдательская миссия, мы занимались наблюдением и мониторингом. Ну, я пока не знаю, чем это объяснять. Может быть, тем, что сейчас зима, а хупанчи дома, то есть значительная часть людей, то есть по сельскому голосованию и по количеству, если их сравнивать, можно судить о том, что вот, может быть, этот фактор сыграл свою роль. В любом случае, она прошла достаточно оживленно, эта кампания. Она была, предполагалось, что она будет скучной и неинтересной. Таковой она не явилась, благодаря двум факторам. Ну, грех говорить, нехорошо говорить, благодаря в случае выстрела в человека, в кандидата Пожарикяна, но это придало компании какой-то специфический очень вид. Ну и, конечно, вот то, что я уже сказал, это довольно активная компания господина Ониса, на которой, надо сказать, были даны все условия для того, чтобы она была такой активной, потому что уж чего власти не хотелось точно, так это взять 90% голосов, да, а еще там 2-3 месяца назад, до того, как Рафи Ониссян начал свою кампанию, такая вероятность была. Вот, так сказать, общие вещи, которые я могу сказать. А дальше, если вы зададите вопрос, я отвечу. Барон Искандарян, դիտորդների միջազգային դիտորդների միջակայել եզրակացությունները արդեն հրապարակվեցին. Նույնիսկ հնչեց այդպիսի միտք, որ այս ընտրությունները մեկ քայլ առաջ էին նախորդ ընտրությունների հետ կապված. Իհարկե կային նաև առարկություններ. Ինչ եք կարծում, այդ եզրակացությունները այս անգամ տոնայնությունը տարբերվում էր, թե ամեն ինչ եղավ ինչպես միշտ լինում է? Нет, я бы не сказал, что мишт линум. Выборы таким образом оцениваются в Армении только вот прошлые и вот эти. По этим еще тоже. А, нет окончательных данных. Б, будет заявление недели через две, да, наверное. Окончательное это заявление все-таки сразу после выборов. Но в общем и целом, ну да, атмосфера на этих выборах от выборов 2008 года отличается. Отличается она существенно. Отличается она и по собственно выборной процедуре. Действительно, власти стараются. Другое дело, каковы причины этого старания? Они были убеждены в своей победе, это очевидно. Но действительно, технически они были организованы по меркам нашего региона и нашего политического пространства прилично. Действительно, то, что произошло после выборов, ну, я был на митинге, да, вчерашнем, я смотрел на том, что там происходит, но драйв совершенно не тот, который он был после выборов 2008 года. Я имею в виду и количество этих людей, и качество выступлений. Выступал только господин Ониссян. Вот совершенно ничего похожего с тем, что было в 2008 году, с разогревом, с подготовкой, с, ну, предположим, такими очень, как бы так выразиться вежливо, очень действенными инструментами, как Никол Пашинян перед выступлением головного лица говорил только Рафи Ониссян. С того, каким образом это строилось, он стоял внутри толпы, он не стоял над толпой. Эти все важные, все эти мизансцены, они на самом деле очень важны. Это технология, да. Плохо было организовано, то есть плохо было слышно. Людей было немного. И, повторюсь, довольно вяло это все протекало. То есть, да, конечно, они отличаются. Это, в этом смысле я не великий сторонник того, чтобы хвалить западных наблюдателей, и у меня всегда найдется к чему придраться, и в этот раз тоже. Но в общем и целом, ну, действительно, они отличаются. Եվս մեկ հարց, երիտասարդ ակտիվիստների բողոքը մասնավորապես 3 դիտորդների հետ հանդիպման ժամանակ, ինչ եք կարծում, դա եզակի ինչ-որ մի երևույթ էր, թե գուցե ձեր կարծիքով հնարավորեն շարունակություն էր, և ընդհանրապես կան այսօր Հայաստանում հետ ընտրական ակտիվ զարգացումների նախադրյալներ? Это два вопроса, да, не один. Да. Первый по поводу
молодежного протеста, а то, что у нас в стране называется гражданским обществом и протестами гражданского общества. Конечно, это будет продолжаться, потому что это не первый раз. Это первый раз именно в такой форме перед ОБСЕ. Но многочисленные акции гражданского протеста, ну, в кавычках надо ставить, да, гражданского протеста, потому что это не вполне гражданский, это политический протест на самом деле. Политизированный протест, оформляющийся новым для Армении образом. А это явление, которое существует в нашей жизни уже, ну, боюсь ошибиться, ну, там, 3-4 года, это Тегут, это Торчкан, это кинотеатр «Москва», это вот всякие разные формы протеста, которые принимают не такую форму, какую принимала классическая политика. Не образование политических партий, не участие в официальной политике, а некоторые акции протеста, не пирамидальные структуры, такие вот с иерархией, а нетворки, то есть сети, это фейсбуки, это работа собирания людей через интернет. Действительно, среди этих людей довольно много людей молодых. Они социально, в смысле возрастном, социальном и гендерном, это единая группа людей. Это достаточно образованные или достаточно недообразованные, и так можно сказать, представители молодой страты среднего класса. Да? То есть это не вот те рабочие или те продавщицы, или те, я не знаю, каменотесы, которым нужно каждый день домой приносить 2000 драм. Это другие люди. Да? И вот эти формы протеста, они выражаются в разных вот такого рода креативных акциях. И это будет продолжаться, несомненно. И те типы протеста, которые у них, они тоже классические, это все описано, скучные слова существуют, да, у политологов называется это new leftists, новые левые, и эти формы протеста, это всегда зеленый протест, экология, это всегда то, что называется banana, то есть протест против строительства различных типов строительства в городе, это всегда политический протест, то есть протест, вот почему они называются новые левые, потому что они отрицают всю политическую структуру. По-серьезному отразиться на политике это, конечно же, не может. Для того, чтобы это отражалось на политике, эти явления должны быть совершенно другого размера. Но это явление появилось, оно будет быть в нашей жизни и дальше. И такие скандалы, скандальчики, они время от времени будут случаться. Шатлав, շատ բարի, ես ուզում եմ խոսքը տալ մեր գործընկերներին եւ կխնդրեմ ուղղակի ներկայանաք հարցը տալու ձեզ։ Կես միլիոն ձայն քվես ստանալը հետագա քաղաքական կարիերայում կամ աշխատանքում Ռաֆի Հովանեսյան ինչ կտանակ կարողանա ընդդիմադիր հատվածի զանգվածը իր կողմ ավելի շատ ներգրավել եւ հետընտրական իր հարցի շարունակությունը հետընտրական հնարավոր զարգացումներ այն որ Ռաֆի Հովանեսյանը Опять два вопроса, да? А сможет ли Рафи воспользоваться людьми, которые за него проголосовали? Армения беременна оппозицией. Уже несколько раз вот это вот под крышкой кастрюльки, то, что бурлит, оно крышкой подпрыгивает. То есть показывает эта ситуация нам, что в Армении ощущается осмысленное или неосмысленное, проговоренное или непроговоренное, но потребность в сильной развитой оппозиции. Это то, что было в 2008 году. Это феномен ГАКа, АНК. Это попытки организации различных типов широких оппозиций. Ведь что такое был ГАК? Почему из ГШ образовался ГАК, из армянского общенационального движения, которое было фактически партией, да, образовалось, образовали
Нет, я имею в виду предыдущее, когда образовали ГАК как широкое движение. Это была попытка образования широкого фронта, в который все объединятся, и тогда система будет сломлена. Не получилось. Чем является, и очень характерно, что сейчас ГАК опять преобразовывается в политическую партию. Ибо это очень разные вещи. Есть технология 88 года, когда все общество объединяется против системы. Разные, левые, правые, социалисты, не социалисты, не важно. Все общество объединяется с единой целью. Они говорят, не важны наши разногласия, важно то, что мы против. Такая негативная повестка дня. И есть вариант политических партий, когда объединяются люди, которые исповедуют одни какие-то идеи. Это разные вещи. Да? Вот что конкретные политические партии не могут изменить систему, это общество осознает. Поэтому есть попытки объединения. За РАФИ голосовали не те люди, которые поддерживают РАФИ. За РАФИ голосовали те люди, которые не поддерживают систему. Опять же, это попытка объединиться в некое что-то широкое. Да? Потребность этого вне всякого сомнения есть. Но есть такой образ у писателя. Я из России, ведь по этому образу у меня из русской литературы Солженицына. Когда он говорил, что огненный шар катается, шар власти, и кто-то должен суметь его взять. У кого-то должны быть достаточно мозолистые ладони. Вот должен найтись политик или политическая группа, которую этот протест сможет взять в руки. На выборах получается серьезное количество голосов, 20% даже, а уж 40% тем более, это огромный процент голосов, это 500 тысяч людей голосующих. Это очень много. Но взять это в руки, вот этот огненный шар, на секунду и потом выпустить не смочь, потому что обожжет. И взять его в руки и держать – это разные вещи. Поживем – увидим. Но до сих пор господин Аванесян, он не вчера пришел в политику. И он в политике довольно давно. И в оппозиции он довольно давно. И претендует на то, чтобы быть символом, и даже не просто символом, а лидером оппозиции, он довольно давно. До сих пор не получалось. Эти 500 тысяч голосов надо конвертировать. Конвертировать можно двумя способами. Первый – работать в парламенте. Но я извиняюсь, тогда парламент надо было выигрывать. Тогда надо было в парламенте иметь 40%. Они самую маленькую фракцию, если я не ошибаюсь, они самой маленькой фракцией в парламенте являются. Второе способ – это уличная активность. Но тогда на митинге вчера должно было стать 100 тысяч человек, а не 5. То есть теоретически это еще можно раскрутить. Не мое дело судить за господина Аванесяна. Но если это не получится, а у меня есть подозрение, что вероятность того, что это не получится, очень велика. Ну тогда, как обычно, затихнет. А люди, которые после выборов не признают их результатов, у нас есть всегда с 95-го года. С 95-го года на всех выборах в Республике Армения так, чтобы проигравшие стороны всегда признавали результаты, этого выбора еще не было. Это политическая традиция в Армении, и странно было бы, если бы это не произошло. И сегодня я удивляюсь, на самом деле, другим изменениям, что все остальные участники не провозгласили себя президентами. Вот это меня удивляет. Не смейтесь, я всерьез. Почему? А что, собственно, мешает господину Сетракяну, Харутюняну, этому Укасяну и так далее сказать, что они являются президентами? Вот это странно. А то, что господин Аванесян сказал, что он избран, при том почему-то именно 75, да, если я не ошибаюсь, процентами, ну, это, естественно, нормально. Арцит. Երկու հարց, պարոն Սկանդեր,
Արդեն ընդունություն ավարտեցին, ձեր կարծիքով ով կլինի 2015 թվականի իշխանությունների կողմից հաջորդ թեկնածին, ինչու՞ պես արդեն կարող եք նշել նման մարդ Կա պրոստը շատ են 3 միլիոնը բնակցությունը Հայաստանի, ես լիանաչնով սեղը պերիչսլած նի ուսպեյու։ А первый вопрос был? Там совместное заявление кандидатов. Нет, ну хорошо. Сейчас будет постепенно затухающая активность поствыборная, которая всегда бывает. Массовую уличную активность раскрутить, во-первых, даже теоретически может только один кандидат, это Рафио Ванесян, только он вчера вышел на митинг. А во-вторых, ну никакими заявлениями изменить эту ситуацию невозможно, это как ясно. Аляр Циркан, Ингур Цинкевнерин. Мне кажется, что нет. Дело ведь не в том, есть политики или нет. Дело в том, есть ли вот эти самые 40%, а реально мы понимаем, что людей, которые несчастливы от того, что в Армении такая политическая система и такая власть, их больше, чем 40%. Вот эта масса есть. Она никуда не делась и никуда не девается. Это очень характерно то, что примерно тот же, от выборов к выборам, при всех тех усилиях, которые принимаются властными структурами, протестное голосование сохраняется, и люди, которые голосуют против, они сохраняются. Это не так, что вот политики что-то захотели, сделали, не сумели, и все, теперь можно авторитаризм устанавливать. Все равно есть почва, есть бэкграунд, как по-инк, да, по-армянски. То есть есть некий фундамент для этого недовольства, на котором все время будут появляться политики. Не получится у Рафио Ванесяна, получится у кого-то другого. Будут следующие выборы, потом будут следующие выборы. Но мои коллеги обычно говорят, что нужно 4 выборных цикла, в которых сменяется власть. Вот после 4 выборных циклов этот мотор бывает обычно запущен, через это проходили очень многие страны. Но так, чтобы это затухло просто потому, что сейчас Рафио Ванесян не смог победить, нет, я не думаю, а он бы и не смог победить, это в общем. Мне, например, было ясно и до выборов. Но так как есть, повторюсь, вот это вот, вот эти вот условные, в кавычках, 40%, да, даже больше, да, людей, то попытки, политика это же рынок, есть запрос, будет ответ, есть покупатель, будет продавец обязательно. Будут появляться новые, новые и новые до тех пор, пока не появится кто-то, кто сможет этот шар держать. Անդրան, անբավեր քվեաթերթիկների թիվը այս անգամ 51,000-ի, ասում 50,000-ի փոքր ավելի, ավելի այդ թիվն ավելին է, քան Պարու Հարիկյանն է ձայն հավաքել, քան Հրանտ Բագրատյանն է ստացել քվել։ Ձեր կարծիքով արդյոք դա խոսում է այն մասին, որ այդ ընդրազանգվածը 50,000-ը քիչ թիվ չի, ընտրությունների անօրինականության հարցն է բարձրացնում, այսինքն հասկացի տակ են դնում։ Ну, тот опыт, который есть у меня и у людей, которым я доверяю, ну, к моим сотрудникам, да, у меня лично и у тех людей, которые мои работники, поэтому я могу им верить, он говорит об обратном. Какие-то страшные нарушения никто из нас не заметил. Но этого опыта совершенно недостаточно. Наши наблюдатели были в Горисе, Апаране, Огаваре.
и в Ереване. Еще я разговаривал с парочкой, троечкой наблюдателей, которые были в разных районах Еревана. Этого мало для того, чтобы составлять картину. С другой стороны, а почему, это же была случайная выборка, а почему именно эти участки должны всерьез отличаться от других? Кроме того, есть заявление ОБСЕ, которому я скорее склонен верить, чем нет. Это не означает, что я думаю, что нарушений не было. Ну вот у меня есть ощущение того, что было военное голосование, что армия голосовала определенным образом. Из Гориса у меня есть свидетельство, то есть, ну, мои наблюдатели люди квалифицированные, и они, когда смотрят бюллетени, они записывают часы и минуты голосования, порядок бюллетеней, фиксируют до этого, кто и как голосовал и так далее. У нас это происходит несколько более сложно, чем у обычных наблюдателей все-таки, конторы профессиональные, да. И там было видно, что в случае армии в Горисе это было примерно 70% солдат голосовали определенным образом. И это больше, определенном смысле за Сарксяна, это больше обычного процента, да, который в общем был по Горису и по стране. Но что это могло перевернуть ситуацию в то, что реально голосов у господина Ванесяна было в два раза больше, чем он говорит, мне трудно предположить. У Вовсепа Хуршудяна и у меня разные роли. Кресла разные. Если завтра я наймусь Вовсепом Хуршудяном работать, я буду говорить то, что говорит господин Хуршудян. Если Вовсеп Хуршудян по каким-то неизвестным мне причинам завтра решит быть аналитиком, он будет говорить примерно то, что говорю я. У нас разные функции, он политик, я политолог. Политолог, у него задача анализировать и выдавать реальность. Он может ошибаться. И я, конечно, осознаю, что я могу ошибаться, мои слова могут быть не соответствуют действительности, потому что я неправильно оцениваю эту действительность. Но задача профессиональная у меня – ее оценивать. У господина Хуршудяна профессиональной задачей является политика его политической силы. Соответственно, он должен говорить то, что он говорит. Это очевидно совершенно. Պարոն Իսկանդարյան, շատ լավ, մենք ունենք արդեն կարելի ասել նախագահ, որը չխախտելով ավանդույթները կշարունակիր պաշտոնավորությունը նաև երկրորդ անգամ, երկրորդ շրջանում, իսկ ինչ է սպասում այնուամենայնիվ և երկրին, ինչպիսի զարգացումներ մենք կունենանք այսօրվա դրությամբ, իմանալով արդեն իսկ ստեղծված իրավիճակը ղեկավարության позволить себе безобразное фантазирование и сказать, что даже теоретически, если бы выбрал Рафио Ванесян или кто-либо другой, то примерно те же выборы, примерно те же вызовы стояли бы перед этим кандидатом, и примерно так же политика проводилась бы любым кандидатом. То, что говорят до выборов и делают до выборов, это разные вещи. Какие проблемы стоят перед Арменией? Мы их все знаем, и тут говорить нечего. Я попробую в порядке важности. Сначала самую важную, потом идти к менее важным. Первое – это инвестиционный голод. А в мире кризис еще продолжается, что он кончился – это неправда. И деньги, особенно дешевые деньги и особенно длинные деньги – это самая большая проблема современного мира. Армения – страна с небольшим рынком, замкнутым, и у нас нет энергоносителей. Соответственно, деньги в нашу страну идут плохо. Эти деньги надо привлекать политическими средствами. Это будет делать любой президент,
которые после инаугурации будут в нашей стране. Для того, чтобы их привлекать, нужно делать две вещи. Первое – это казаться хорошим перед Западом. Мы хорошо делаем то, мы хорошо делаем все, мы хорошо проводим выборы, у нас хорошие свободы там и так далее, и так далее. Второе – это поддерживать отношения с Россией. Многовековые связи, стратегическая необходимость, стратегический союз и так далее. Обе эти вещи должен делать любой президент и будет делать любой президент. Не сумасшедший. А сумасшедших я не очень наблюдал. А если наблюдал, то вот этот кандидат президентом не стал бы в любом случае. А если бы стал, его бы заставили вести ту политику, которую нужно было вести. Вторая проблема – это Карабах. В этой проблеме нужно сохранение баланса, военно-политического баланса. Для сохранения этого баланса нужно поддерживать отношения с Россией в рамках ОДКБ. Это дешевое приобретение оружия, это тренировка армянских военнослужащих и это зонтик безопасности. Для этого нужно соответствующим образом строить свои отношения с Россией. Это будет делать любой армянский президент. С другой стороны, это формы политической безопасности. То есть Минская группа, взаимодействие с Западом в разных форматах. От восточного партнерства до работы в ОБСЕ и Совета Европы. Для этого нужно не признавать Нагорно-Карабахскую республику. И для этого нужно соответствующим образом поддерживать отношения с Западом. Это ассоциативное членство и движение к Вильнюсскому саммиту в декабре этого года. Это будет делать любой президент Республики Армения. Последняя проблема, если с нами есть Канерек Шатабхосума, Капорцем Авеликарч. Я по степени важности говорю. Самое важное было первое, второе было менее важное, третье по важности, на этом остановлюсь раз так. Со временем это внутреннее поле. Это внутреннее поле, выход, дальнейший выход из тени бизнеса, попытки программы равноудаления капитанов бизнеса, вот того, что у нас в прессе не очень грамотно называют олигархами, да, то есть крупного бизнеса, попытка введения его в единое поле друг с другом, попытки отделения политики от экономики, то есть тем, чтобы политические решения принимались не в том месте, где принимаются экономические решения, это тоже программа, которую нужно исполнять и которую будет делать любой президент, который придет к власти, даже гипотетически. Самый олигархический президент все равно будет делать это, ибо это нужно горизонтали власти. Да, никому не нравится, когда политические решения за тебя принимает кто-то другой, да, в том числе чиновничьему аппарату, любому. Вот эти три задачи, они будут стоять, они обязательно будут исполняться любой властью, повторюсь. Последнее, что я про это скажу, что у всех этих трех задач есть одно свойство, которое всем им трем соответствует. Ни одну из этих задач нельзя решить революционно. Все они – это тяжелая, каждодневная эволюционная работа. Ничего из этих трех вещей не делается бах-барах, шарах-бух, и вот мы придем и все тут же изменим. Решим карабахскую проблему, в Армению, когда узнают про то, что у нас демократия, все скажут, вай, какие же мы идиоты, вынуть деньги из Китая, Казахстана, Азербайджана, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Армении и побежу из Америки, извиняюсь, даже оговорка у меня фрейдистская, и побегут ее вкладывать в такую красивую, хорошую демократическую страну. Ни
тут же вуйме скажет Ильхам Гейдарович, отдаю Карабах, раз Азербайджан так хорошо выбрал своего руководителя, и он теперь такой красивый и симпатичный, Армении всем все отдаю, раз такое дело случилось, тут уж дела нет, Минская группа все поймет и пошлет несуществующие у них бомбардировщики на Азербайджан. Этого тоже не произойдет. И олигархи, и злые, нехорошие бизнесмены вуйме скажут, какого хорошего Вартана Сетракяна выбрали президенты, мы теперь все перестанем платить взятки и побежим наши налоги аккуратно будем сдавать в налоговую инспекцию и даже разговаривать при этом. Мы будем исключительно по-английски. Вот этого ничего не произойдет. Это задача на десятилетия. Эти задачи надо решать армянской власти, какой бы она ни была, и в зависимости от возможностей, которые у них будут, они будут это решать, ибо все эти задачи, они в интересах не только Армении как страны, но и властной вертикали. Да ինչ սիրելի գործընկերներ, եթե դուք այլևս չունեք հարցեր, մենք երևի ավարտենք այսքանով մեր հանդիպումը։ Շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պարոն Իսկանդարյանին, ինչպես միշտ հետաքրքիր զրույցի և հումորի համար։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք գտնվում ենք Մեդիա Կենտրոնի սրահում և մեր հյուրներ Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Շնորհակալություն։